И вот мы следим за его мытарствами, переживаем за него как за себя, но не осознаем, что он не единственный в такой ситуации, его ситуация не норма, и причина его положения не в нем, а в общественно-экономическом укладе общества, в котором он живет. И даже когда он все это преодолеет, миллионы других ему подобных бедолаг будут и дальше выживать и влачить жалкое, недостойное человека существование, только потому, что каждый индивидуалист сам за себя. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше.